12 апреля Игорь Руданин провел совещание с членами областного правительства. Губернатор представил министра культуры Верхневолжья. Руководителем ведомства, которое создано решением главы региона, назначена Татьяна Сальникова. Ранее она занимала должность директора Тверской академической областной филармонии. Тверская культура – очень ответственное направление. Мы позиционируем себя как один из старейших регионов Центральной России, который обладает большим интеллектуальным богатством, историческим и культурным наследием, сказал, открывая совещание, Игорь Руденя. Все это должно не только формировать наш имидж, но оно и должно формировать общество, оно должно формировать поколения, которые сейчас растут. Это все должно формировать отношение к нам, как к территории. Губернатор отметил, что сегодня культура неразрывно связана с отраслью туризма благодаря более широкому развитию направления культурных, познавательных и образовательных поездок. Соответственно, регион нацелен на обеспечение инфраструктуры для гостей, которых в этом году ожидает заметно больше, ведь в Европе по-прежнему свирепствует коронавирус. Надо понимать, что это лето в силу определенных ограничений нам увеличит поток туристов на территории региона. Соответственно, мы должны понимать, что вся наша инфраструктура, вся наша система культуры должна уже работать в более высоком уровне организации. Это касается всех учреждений культуры. Все эти задачи теперь предстоит решать новому министру культуры Татьяне Сальниковой. Выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского, свой трудовой путь она начала в 2000 году преподавателем в детской музыкальной школе в Костроме. В 2008-2010 годах являлась директором камерного оркестра «Российская камерата», камерного хора «Русский партез» Тверской областной академической филармонии, которую возглавляла с 2012 года.